Сегодня от магазина купи сувенир. Хочу вам показать вот такую вот вешалку настенную. Сделана она в таком стиле Прованс, очень модный сейчас стиль. Многие его используют, в том числе дизайнеры, в оформлении помещений, в оформлении каких-то объектов. Особенно те, которые связаны, может быть, с общепитом, с проживанием людей. В общем-то, что такое Прованс? Это такой, в общем-то, сельский стиль, адаптированный, развитый, доведенный, в общем-то, до культа уже. Вот. И вот яркий пример тому, вот такая вот вешалка на один крючок. Крючок металлический. Сама вот эта вот, скажем, рамка этой вешалки сделана из дерева. Вот внутри пластиковый вот такой вот натюрморт, в общем-то, тоже в таком провансовом, скажем, таком стиле. С обратной стороны выглядит вот таким вот образом. Есть вот такие вот две металлические петельки. Можно повесить на стену, очень удобно. Где использовать эту вешалку? Ну, наверное, вы сами придумаете. Скорее всего, это будет кухня, может быть, какое-то прихожее там, помещение, гостиной, где может что-то вот повесить, какой-то аксессуар, допустим, кухонный. Скорее всего, кухня все-таки. Я думаю, что это должна быть кухня. Вот один крючок, повесить какую-то вещь, которая может потеряться, может быть, ключи даже повесить где-то в кухне, может быть, не знаю, где-то на веранде повесить ключи от подвала там. Ну, тут уже начинаю фантазировать. Вам, наверное, лучше знать, где ее повесить и что с ней делать. Мое дело показать вам еще раз, как выглядит эта вешалка со всех сторон. А ваше дело решить, стоит она того, чтобы находиться у вас дома или нет. Спасибо.